Добрый день, дорогие подписчики! Приветствую вас на канале со свежими новостями о шоу-бизнесе. Здесь вы узнаете всю правду о знаменитостях. Каждый день только лучшие новости. Попрошу поставить лайк и подписаться. А теперь к новостям. Катя Лель известна серьезным увлечением внеземными цивилизациями. Она уже рассказывала, что общается с инопланетянами, чем сильно удивила Бориса Корчевникова. Теперь артистка высказалась о коронавирусе и вакцине. Она является ярой противницей прививки и решила обсудить данный вопрос с обществом. Катя Лель уверена, что прививка от коронавируса приведет к исчезновению нового поколения. Лель сказала: «Эта стерилизация не будет больше нового поколения, понимаете? Так много причин, которые не во благо человечества. Я не знаю, что будет завтра, но времена грядут непростые, и все, что я хочу пожелать нам, друзья, это силы духа, доброты, любви. Мы не справимся друг без друга. Все, что нам поможет, это любовь друг к другу, без нее мы не выживем». Были те, кто согласился с Катей, но большинство посоветовали звезде обратиться к психотерапевту. Ранее Виктория Бонни написала в Инстаграм, что ей пришлось вакцинироваться, хотя ранее она выступала против вакцинации своего тела, аргументируя тем, что людей ходят чипировать. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь.